дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту Елизово, города Петропавловск-Камчатский. Местное время 9:25. Ремень безопасности должен быть застегнут до выключения табло. Застегните ремни и полной остановки самолета. К выходу мы вас пригласим. Еще раз приносим свои извинения за задержку вылета и причиненное неудобство. От имени экипажа благодарим за то, что воспользовались услугами авиакомпании «Аэрофлот», российские авиалинии, члены альянса «SkyTeam». Мы хотели бы напомнить вам, что вы можете узнать о последних новостях, специальных предложениях и полетах, а также приобрести билеты на сайте aeroflot.ru. Мы будем рады новой встрече с вами. Благодарю за внимание. До свидания. Ladies and gentlemen, our flight has landed at Yeliz Airport in Petropavlovsk. Local time is 9:25 a.m. Please take your seat with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. On behalf of the entire crew, thank you for flying with Aeroflot Russian Airlines, member of SkyTeam. We would like to remind you that you can get the latest news about our special office and flights and buy tickets using aeroflot.eu website. We look forward to seeing you again. Once again, we apologize for the inconvenience and flight delay. Thank you, goodbye and good luck. Бортпроводникам занять места для перевода селекторов.